Для смены экрана нужно нажать на него и включить и повернуть. То есть все они разного функционала. Здесь только часы, здесь только часы и секундная стрелка. Здесь градусы, энергия только в полоске, день недели. Мне вот понравился вот этот, довольно-таки информативный. То есть 84 пульс, среда 2, 36,1, часы и 76%. Если вы хотите добавить, можно еще не так добавить. Вот так подвинуть. Значит, здесь температура, здесь тренировки, здесь МП, здесь давление, здесь влага и активность. Бег. Последняя тренировка запущена, остается как бы по умолчанию. То есть она остается. Итак, бег, велосипед, скакалка, настольный теннис, биатлон, бадминтон, большой теннис, альпинизм, ходьба, баскетбол, футбол, танец, спортивный велосипед, хотя там велотренажер, йога, приседания, беговая дорожка, прыжки, гимнастика, гребля, баскетбол, волейбол, крикет, регби, хоккей, зона 2. Ну, это, скажем так, в этом спортзале. Погода показывает. Погода на один день. Если у вас есть какие-то уведомления, то вы их здесь можете увидеть. Если вас интересует какой-то конкретно, вы можете кликнуть и, ну, более-менее там прокомментировала такая-то. То есть это что у нас, телеграм, иконка интересная, совсем не телеграмовская. Все, до конца крутнешь. Так, что еще у нас есть? Секундомер. Такой, можно продолжить, можно остановить, можно продолжить, можно остановить, можно сбросить, опять продолжить, опять приостановить. Ну, то есть приостанавливать вы можете либо кнопкой, либо нажав сюда. Сбрасываем только здесь. Так, надоело мне. Налево. Найти телефон, нажимаете, и телефон звонит там, где он находится. Но расстояние, естественно, действует, но на расстоянии Bluetooth. Можете отсюда заходить. Если вниз, то вы можете вот таким образом быстрые настройки, так скажем. Увеличиваем яркость, находим телефон. Заходим в настройки. Ну, настройки мы уже видели. То есть, либо вот так, либо там. Можно выключить. Можно сбросить. Ну и данные по... Напоминаю, здесь Bluetooth 5.0. Так. MAC-адрес. По поводу поиска в приложении, которое ищет Mi Band. Mi Band он ищет все. Ссылочка будет в описании на это приложение. У меня есть видео о том, как найти потерянный Mi Band. Опять же, на расстоянии, ну там 10, ну не больше, наверное, 30 метров. Вводите этот MAC-адрес и нажимаете поиск. Не всегда вибрирует, но, по крайней мере, рожица бегает, когда вы находитесь ближе. То есть эти часы можно тоже искать, так же, как Mi Band. Ну, вот такое вот. Еще раз напоминаю. Иногда случаются случайные, ну не смена, а вход в меню смены экрана. То есть вы, допустим, прижались к чему-то. Вот, сейчас даже не получается. Вот. Чик. Я не знаю, там, вот к руке, там, к телу или еще к чему-то. И вот в такой режим выходит. Ну хорошо, хоть вибрирует, и вы понимаете, естественно, о том, что что-то произошло. Это как уведомление получили, посмотрели, а там вот такой экран. Ну, экраны еще раз покажу все. Это самые крупные цифры.
Это цифры, ой, в смысле, секундную стрелку, если кому-то важно. Такой тоже довольно-таки функциональный экран, то есть он показывает сердцебиение 71, показывает среду, показывает энергию и показывает температуру за бортом, погоду. Что хотел сказать по поводу тренировок. Тренировки, если мы запускаем тренировку на часах, то она в вашем приложении никак не отражается, никак не остается, то есть, ну или по крайней мере я не видел, может быть потом подтягивается. А лучше, если вы хотите вместе с картой все, чтобы показывалось у вас, то вам лучше запускать на самом приложении, тогда у вас будет подтягиваться карта, будут видны все данные, которые собираются в результате тренировки. А я вот катался на велосипеде, тренировочка была, до этого запустил вело тренировку на часах. Это на часах никуда не затянулось в приложении, когда запустил, все было четко, все было красиво. То есть, если вы используете часы без смартфона, то можете запускать здесь тренировку. То есть здесь данные тоже соберутся, они будут в часах, и вы их увидите. А если же вы с телефоном, то лучше запускать на телефоне. Ну, в целом, мое мнение о часах. Чем они мне нравятся? Они мне нравятся сменными ремешками, ремешки приятные на ощупь. Прикольно, что здесь какие-то датчики присутствуют, не только такие, как на Mi Band, допустим. Здесь есть, не знаю уж какой датчик, который измеряет температуру, который измеряет давление и который измеряет влагу в вашем организме. Очень понравилась магнитная зарядка. Чпок, все готово. Прислюнилась. Магнитная зарядка прислюняется только одной стороной. Если вы, допустим, здесь провод пустите, то она будет так отталкиваться, как магнит плюс и минус. Если с этой стороны, то четко. Еще чем понравилось? Понравилось весом. То есть вот, понимаете, прям чувствуешь, что ты вещь держишь. Влагозащита присутствует, корпус полностью герметичен, то есть здесь нет доступа никакого к внутренностям, это декоративная штучка. А я думаю, что это специально сделано, чтобы было похоже на Apple Watch. То есть внешне, чтобы подходило. На самом деле она не функциональна, это не кнопка, ничего не значит. Вот. Ну, розовый ремешок, допустим, пришедший в посылке, можно одевать для девушек. Темный ремешок можно использовать как мужские часы. То есть довольно-таки универсальные. На этом все. Скачивается приложение пока. Крутилка, кстати, у часов, ну, пока не функциональная. То есть я ее кручу вверх-вниз, ничего не происходит. Так. Что у нас все медленно? Wi-Fi включен. Ожидание скачивания. Ставлю заряжаться, чтобы не мешало ничего. Давайте посмотрим пока скриншоты. Шаги, сон, тренировки. Это результаты. Сон. Ну и все. Ну, чем-то похож на Mi Fit. Ну, они, наверное, все похожи. Так, вот, вроде установилось. Ага. Ну, давайте.
Я, кстати, вижу, что экран снизу большие рамки и сверху чуть меньше. А вообще, экран немножко расположен как бы выше. Да. Так, готово. Установилось. Открываем. Glory Fit. Подтвердить. Так. Войти. Вот что, через Facebook войти. Ну давайте попробуем через Facebook. Так, продолжить. Вы выполнили. Ну, должен работать в фоновом режиме. Видимо, ему надо дать разрешение. Разрешение. Ой, как много разрешений. Я даю пока все. Потом, если надо, отменим. Glory Fit. Получил все разрешения. Обалдеть. Уведомления тоже включены. Следующий шаг. Мужской. Вот черт. Так, ну что? Ну, наверное, в первую очередь женский. Пропустить. 160. 158. Дальше. 170 килограмм. Хороший вес. Ой, как много. Так, что у нас тут? 59. Ну, 58, ладно. 58. Ой, зачем я пропустил? Ну, ладно. Надо было дальше идти. Выбрать бросок. О, есть, кстати, наушники такой же фирмы. Посмотрим. Так, что у тебя? Постукать. Air Pro. Так, экран у часов загорелся. Батарея. Вох. Как все. Тут вот так вот. Ну что, в первую очередь проверяем обновление. Ха-ха, последний вес. О чем мы говорим? Ну ладно. Назад. Ну, по крайней мере, на русском языке уже хорошо. Так, шаги, ритм, сон, давление, запись температуры. Представляете? А как можно температуру измерить? Я приложил браслет к внутренней стороне. Ой, там шестеренка появится. Начать. Ага, красивый такой термометр. Да, надо снимать экран. 36,3. То есть все, да? Мы можем этим поделиться. Facebook, Instagram и так далее и тому подобное. Отмена. Так. Спорт. О, как здорово. Не знаю, что за город он показывает. Я, по крайней мере, пока не вижу. Смотрим шестереночку. Частота вещания 1 километр. Голосовая трансляция. Расстояние, продолжительность, пульс. Прослушать. Workout 4.587 kilometers. Workout out for a total of 24 minutes 50 seconds. Heart rate 156. Замолчи, секс особенно. Так, устройство. Давайте посмотрим. Мониторинг пульса включен. Максимальный пульс. Браслет завибрирует, если пульс будет большим. Ну давайте, что пусть будет. Напоминание. Так. Настройка температуры выключена. Автоматическое тестирование. Я на всю включаю все функции. Посмотрим, как они сядут. Через сколько. Диапазон времени в тестировании. С 8 до 21. Каждые 10 минут. Можно посмотреть. Ой, смотрите, как здорово. Каждый час. Ну, ладно, стоит. Нет, 10 минут слишком часто. Чего уж смеяться. Давайте час. Предупреждение. 37,3. Измерение. Фаренгейты,
и Цельсия. Так, напоминание звонка. Готово. Может, так же, как на Мифите, напоминание с задержкой после 3 секунд. Мы вот так поставим. 1 секунда. Так. Хотя, наверное, надо было все оставить. Ну, нет, все это не оставишь по умолчанию. Ну, поставим инстаграмчик. Чего надо? Это мы его должны найти здесь, да? А как он выглядит? Что-то какие-то разрешения. А, вот он же, Glorifit. Все, разрешение дали. Теперь инстаграмчик, ютубчик, контактик, вайберочек. Google Plus уже умер, а они все еще его помнят. Пуш-уведомления назначили. Теперь отдых. Ну, это как обычно, да, то есть сидим больше часа, напоминашка выскакивает. Будильник. Ну, на всякий случай можно добавить один будильник. Допустим, не в 12 часов, а в 18.30. Подтвердить. Каждый день. Ну, хорошо, каждый день. А вообще установить по-своему. Вот так вот. Можно через день. Так, ну, это вот все будильники не могут двухсменку осуществлять. Но есть у нас приложение одно хорошее, которое делает будильник в нужное время. А, включать экран поднятием руки. Ну, ладно, пускай. Не беспокоить. Отключить, не беспокоить. С 22 до 8. Отключить вибрацию. Отключить напоминание. Как здорово. Прям тонкие настройки, скажу вам. Общие настройки. Фото клавишей. О! Прикольно. Отмечайте места, в которых сняты ваши фото и видео. Да. Так, понятно. Ну-ка, фото клавишей. Что надо? У меня какая-то вибрация пошла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, то есть два раза нажал, он два раза снимает. Прикольно. Можно еще вот такие настройки уйти. Ох, как здорово. Хорошо. Найти браслет. Браслет найден. А как я узнал, что он найден? Напоминание СМС. Тоже ставим напоминание СМС. Время работы экрана. Ну, вот здесь нормально так. 5-10-15 секунд. То есть любое ставите, какое вам нужно. Система 24-часовая. Язык устройства. Давайте все-таки русский поставим. Чтоб уж наверняка. Не язык устройства, а именно русский. Общие настройки. Все. 5 секунд, 24-часовая. Спорт. О, спорт ты мир. А если я нажму сюда? 5 километров. А, ну-ну. То есть норма 5 километров. Норма меняется. Ну, go. 3, 2, 1. Карта где? Показывай мне карту. Есть настройки карты? Так, прослушивать не будем, он мне надоел. Ага, вот она карта. Давай, давай. Ну чё, где ты? Выйти придется на воздух, я нахожусь в здании. Оп. Ого, завибрировал. Что там? Так, ребят, на солнце так себе. Ну, видно. Уже начал куда-то. Так, как мне его остановить? Ага. Закончить. А, закончить держать надо. Finished. Ладно, закончили. Так, устройство понятно, и я. Ну вот, вот так вот. Личная информация. Быстренько перепишемся тогда. Так. Я же забыл, я под своей учеткой зашел, я хотел. Ну ладно. Так, 174. Здесь уже гораздо больше.
83. О, нифига себе. Так, здесь год ужасный, можно не смотреть. Шестой месяц. Шестой месяц. 8000 выполнено. Так, вот так вот. А разрешение фоновой активности. Мы уже настроили. Системные настройки. Единица. Метрическая. Отзывы, понятно. Отзывы. В чем у меня отзывы? А, ну да, это отзывы позже. Так, теперь. Чего? Ну давайте посмотрим, если. Ага, фиг там. Не на русском. Ладно, читайте на английском, кому интересно. Ну, как бы вот так. Домой. А выход это что было? Странно. Ну, давайте посмотрим, как еще выглядят часы и что на них можно делать. На этом пока пауза.